Сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с парламентариями. Он прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой в Минске лайнера Ryanair, на котором находился бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. Лукашенко в свое оправдание заявил, что якобы под угрозой находилась белорусская атомная станция. Именно вблизи с ней произошел разворот самолета. Также он заявил, что действовал законно, защищая своих людей. Тем временем в сети появились признательные показания Софии Сапеги, которую задержали вместе с Романом Протасевичем. Гражданку России подозревают в совершении преступлений в период с августа по сентябрь прошлого года и предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. Мать девушки заявила, что не верит в обвинение. Главная моя надежда, что ее признают действительно ни в чем не виновной. Что это просто обстоятельства. Она оказалась не в том месте, не в то время. Это просто так сложились обстоятельства.